Я все вот это хаваю, у меня выбора нет. Представляешь? Латва. А! Сейчас. Какими буквами? Большими, маленькими? Сейчас скажу. Сейчас. Прям точно мне скинь. Да. Сейчас. Я вернулся. Фоточку пеной в студию. Ух, ебать! Блядь! 30 тысяч рублей донатом, блин. Да ну нахера, блядь. Ебать, так мне пососать тебе на камеру. Тихо, блядь, нихуя себе, блядь. Да ты дурак, я пошутил, блядь. Боже, блядь, фотка. Ай, блядь. Ты ж понимаешь, что тебе придется писюн скидывать. Сука, блин, прикол, конечно, блин. Фотку пены, блин. Так я ж пошутил, блин. Жесть, я пошутил, блин. Ай, блин. Фотку, блин, в чулках, пиздец. Чела, блядь, типа. Ебать. Так у меня нет. Бля. А где я возьму пену в чулках, бля? У меня есть просто вот фотки, бля. Без чулков. Бля, пиздец просто. Чела, бля. Сука, бля. Ой, жесть. Игорь, хай. Хай. Слушай, а у тебя нет пены в чулках? Не, нету. Слушай, ты можешь мне никнейм точно скинуть? Глад Валака с большими буквами. Все большие, да? Да. Бля, фотку пены. Сейчас я посмотрю, блин, что из последнего. Это самое. Зайди в Телеграм, сейчас скину. Вот. Сейчас. Сейчас я скину, сейчас. Я люблю женские развалины. Сейчас. Давай только не туди, я в жопу ебусь. Не. Я нормальную скину, подожди. Сейчас. Блядь, сейчас я просто с пеной переписку листаю, ищу фотки, он же скидывает уже. Сейчас. Я скинул, ребята. Считается или нет? Вот, смотрите. В телекарточке. Считается, да? Не слышу. Это не фэк, бля. Это уже все... В смысле, блядь? Как видели? Это новое? Это новогоднее? Как видели? Наебал! Давай, дурачок, блин, ты мне там не скидывай мои фотки, блин, понял? Блядь, да как не скидывать, блядь? Ну, они меня, разоблачение про меня потом снимут, все на деньги кидаю людей, блядь. Да ты заебал, блин, не трожь меня. Я тебе сказал, мне плевать. А-а-а-а-а-а. Сейчас я в санузел схожу быстро. Считается. Ладно, сейчас скину, блядь. Новую пену, да. В интернет. Ах ты шиншила старая, это пожилая фото уже. Новую, блядь. Давай, пожилой окунь. Блять. Сейчас, солнышко. Игорек, ты сейчас свидетель, хорошо? Угу. Сейчас. О боже, блять, как ты меня заебал мои фотки продавать уже. Заткни ебало, терпи. Ой, блядь, пиздец, хоть бы, блядь, рубль дал, блядь, с этого твари, блядь. Да заткни ебало, блядь, сиди молча. Сейчас. Я все вот это хаваю. У меня как такового его и выбора нет, собственно. Боже, блядь, сейчас, блядь, фоток-то нет особо, блядь. Он их удаляет, понял, он мне скидывает потом. Давай, блядь, сука. Это тридцатка называется, смотря. Сейчас. Ничего не украл, блядь. Быстрее, всё. Это кто донатил, быстрее смотри, я удаляю позорище. Вот. Ты видишь это? Кто? А, да. Все. Все, считается. Короче, еще раз повторяю. Пока мы с вами находимся в закрытом сообществе, так сказать, на втором дополнительном канале,
Вся информация, которая находится сейчас вот на этом канале, она не должна вытекать за рамки этого канала. Понятно, блин? Вот. Если я увижу, что кто-то, сука, о, пожалуйста, блядь, если кто-то будет издеваться, да, над фотками, то есть пены даже, да, типа, я буду всех банить полностью. То есть, ну, мне не нравится, допустим, то, что вы себя так ведете. Я зашел сегодня на второй доп-канал, вот, потому что очень соскучился, да, вот, поболтать, так сказать, посмотреть видео, да, вот. Вот, а не слушать очередные издевательства. Да. Это Богдан. Смотри, это Богдан, да. Вот это вот настоящая фотка Богдана, кстати. Да. Это Богдан. Настоящий, да. Вот это его настоящая фотка, стопроцентная. Это Богдан, да. Короче, кто будет вот это опубликовывать запись, это ВКонтакте, в группе у меня, фотки, там, где будет издевательство, типа вот таких вот, да, всякая параша, типа, ну, специально, чтобы делать меня позлить, эти люди будут заблокированы. Вот эти вот, сука, всякие, да, то есть, ну, чела, типа, блядь, да, я. Вот такие, блин, нихуя себе сосочка, я бы и в дубе, блин, ничего такая, Мадонна, сука, ха, ничего, нормально вышло, блин, ха-ха, бля, вот это, кстати, не фэк, вот это тоже настоящая, ля, это стопроцентная правдивая фотка, вот, ну, все остальное это фэк, бля, сука. Бля, я в шоке, просто только фотку, блин, 20 минут назад-то я в Телеграм ее опубликовал, и уже, блин, они, ну, успели, блядь, надругаться над ней. Ну как, сука, как? У них что, какая-то программа реально стоит, они встают туда фотку, и потом выходит вот всякая хуйня такая переделанная. Жесть. Ёбаный рот, блядь. Это, сука, бред. Я хуею, бля. Вот как вот здесь можно человека не банить в этом случае? Это пиздец, я не знаю, блин. Ляйба. Жесть. Вот почему я, собственно, не хочу свои там фотки какие-то там, ну, обуви свои там. Ну, обувь там какую-то, блин, свою там или одежду вам показывать. Потому что я знаю то, что вы все будете делать с этим. Вы вот, ну, всякую херню будете с этим делать. Смысл, блядь? Жесть.